Одобрили поправки в закон о Высшем совете магистратуры. Документ намерены направить на рассмотрение в парламент. Конституционный суд вынес положительное заключение в отношении проекта, принятого правительством. Проектul are ca scop consolidarea acestei autorități și a independenței judecătorilor. Документ направлен на укрепление органа и независимости судей. Поправки касаются назначения, карьеры и неприкосновенности служителей Фемиды, формирования судов, роли и компетенции Высшего совета магистратуры. Согласно законопроекту, судей должен назначать президент по предложению ВСМ на срок до достижения ими пенсионного возраста, а не на 5 лет, как было раньше. Предусмотрено также исключить из состава учреждения генерального прокурора, министра юстиции и председателя ВСП. В Высший совет магистратуры должны войти 12 членов, 6 избранных общим собранием судей и столько же представителей гражданского общества. Полномочия органа в таком составе рассчитаны на 6 лет. В настоящее время ВСМ состоит из судей и преподавателей, избираемых на срок 4 года.